Добрый день, зрители и подписчики моего канала. Мы на Москве-реке. Народ отдыхает на катере. Вот такая красота. Мы с вами сидим на берегу. Правда, вид не очень. Ветка сломалась, ну и ее надо показывать. Вот так вот эти как снимать было неудобно, так как народ, они прям ко мне приплыли. Вот второй катер, вот уточки, так как вот они развернулись, и здесь уточки плывут. А 4, 5, 6, 7, 8. Такие маленькие, это, видимо, эти молоденькие. Вот они доплывают. Неудобно было людей снимать, так как они... И вот все почему-то доплывают до берега. И прячутся там кусты. Что я здесь увидела? Так, если я смогу спуститься, если я кубарем не свалюсь в реку, здесь малина. Она недозрелая или или перезрелая. Вот видите ее сколько? Сейчас мы будем ее кушать. Вкусная. Ну, мало. Но очень мало. Ой, малинку покушать. Здесь 70 почему-то она растет. И над водой. Ну, там ее нету, потому что, наверное, уже поели все. Ну, конечно, таких, как я, очень-очень много. Желаю еще бесплатно малинку покушать. Но я очень рада, что мы ее хоть немножко попробовали. Вот так вот мы вышли. Здесь моя лежанка. Солнышко зашло. И нам можно уже собираться покататься на велосипеде. Немножко позакорала. Первый раз в этом году. Вот первый раз я позакорала. Здесь кафе. Летнее. Вот можно посидеть, заказать там кофе, говорить, посидеть. Народ едет по велодорожкам. Классно очень. Очень классно. Вот такая вот Москва-река. Вот. Заказал катер. И поплыл, погулял. Катеру, оказывается, можно спокойно гулять, наслаждаться жизнью. Я имею в виду гулять, видимо, есть такие эти катера. Вот березка очень красиво растет над водой. Зеленая. Вообще удивительно, и корни не подмывает, и она не засыхает от воды. Камыши тоже очень зеленые. И нравится, потому что... Да, представляете, ну я не верю. Не это, что здесь поливали.
видимо, тень здесь от деревьев. Поэтому так и зелено. Дальше народ тоже немножко на скамеечках вот отдыхает, приехал на велосипеде. Посидел, отдохнул. Говорю, здесь классно. Классно, классно. Не всегда работать, да? Нужно и отдыхать. Сегодня у меня вот такой отдых. Такой отдых. Кто как проводит свои выходные дни? Вот. Там вот дальше качели. Вот я смогу показать их. Сейчас я увеличу камеру. Вот, да. Камеру сделала на увеличение. Вот катаются на качелях. Что прекрасно, прекрасно. Вот солнышко вышло. Нам можно опять загорать немножко. Я очень рада, что такое неяркое сегодня солнце. Я вам уже об этом говорила. Вот такие вот цветочки. Извините, пожалуйста. Вот такие вот цветочки у нас здесь отцвели. Они уже прям легли. Улегли в баюшки. Но мы на них не будем, конечно, наскучать. Так вот и пойдем. Такие вот они красивые. Говорю, здесь нравится, правда? И мне очень нравится. Очень-очень. И позакарала, и отдохнула, и на велосипеде поездила. И не сгорела. Вот самое главное, что совершенно не обгорела. Потому что когда яркое солнце, с первого раза как обгоришь, потом оно шелушится. Ну что, пройдем? Я надеюсь, мое имущество никому не нужно. Мы сейчас пройдем. Собака чья-то. Пойдем по этой лесенке. Здесь, говорила, летний кинотеатр был. Но экран взяли. Это его вандалы порвали. И как таково, видимо, прекратили что-либо показывать. Это очень даже хорошо, потому что все такие вот ступенечки. Вот поднимаешься на них. И мы находимся наверху летнего кинотеатра. Вот так этот участок называется. Без экрана. Вот. Шашлычная зона неактивная. Не знаю, разрешает. Что-то я не вижу дымка. Просто, наверное, народ сидит. Потому что, по-моему, запрещено шашлыки жарить. Вот так вот мы находимся на верху летнего кинотеатра. Это обозреваем окрестности. Наши окрестности. Вот, народ гуляет. Видите, здесь даже подзарядка даже работает вот. Ёлки, интересно, попробовать в следующий раз, можно зарядить или нет, если телефон разрядится. Вот. Спортивные площадки. Видите, как? Какая красота! Какая красота! Неописуемая, да? Вот Москва-река. Во всей красе. Ну, вернемся к своим. Сейчас будем здесь прыгать. Вот мы не пошли по ступенькам.
ступеньки, естественно, они там поудобнее сделаны, видите? А мы идем по такому вот. Тут немножко высокие такие сделы. Мне приходится вот так вот наступать. Опа. Опа. Там лежаки уже свободны. Вот там это мы лежим на лежаках. Солнышко ушло. Таковато. Обычно они все заняты. Солнышко ушло, все сели на велосипеды и уехали. У кого самокат, у кого велосипед. Ну, сейчас идти не разрешено. Там раньше и китайцы, и японцы, и монголы, и индусы. Кого тут только не было. А такие шумные. Когда однажды были то ли арабы, то ли кто. Говорят, русские шумные. Ой, какие же они шумные. Они отделились. Мужчины от мужчин. Ну, мужчины от женщин. Ну, женщины от мужчин. И вот я не определю, какая национальность. Знаешь, что туристы, вот и все. И то не все в этих национальной одежде. И женщины фотографируются с женщинами там, мужчины с мужчинами. И где-то на расстоянии, так метров 5-6, компания от компании. И, ну, там же ж мужья, жены там. И нельзя, видимо, вместе находиться, вместе фотографироваться нельзя. Ну, не знаю, но одним словом, этот, они все по отдельности это все делали. И перекрикивались. Дети же там у них. И дети бегали, то к папе бежали, то к маме бежали. Какие у них обычаи. Кто-то газету бросил. Я почему подмечаю это все. Мне нравится. Вот. Такие у нас. А такая у нас неземная красота. Вот такой у меня сегодня отдых. Тихий, спокойный. Так, вот я издалека бы снять. Вот видите? Вот это все Москва-река. Если я спущусь пониже, я просто склон такой, что я свалюсь. Ну, в ту сторону не видно. А может, я пройдусь вниз? Так, ну, я надеюсь, все-таки мои шмотки никому не понадобятся, да? Пойду я спущусь здесь по лесенке. Это я в купальнике. Не очень прилично. Одеть нас здесь девушка относит, и парень этот. Охрана нас охраняет. Вот здесь вот такие лесенки. Сейчас мы по ним спустимся. Здесь будет обзор отличнейший. Так, спускаемся. Всей красе. Видите, здесь ступеньки прям. Лодка подъезжает, может, тут же к причалу. Тоже высадил людей. Лодки там, катамараны, катера. Вдалеке катер едет. Увеличить. Такая Москва-река. Такая большая. Ох, плещется, рыбка плещется, да? Уточек мало, они где-то прячутся. Такой вот там мост. Вот видите, красотища.
Неземная красота. Березки, березки. Ну что, из камышей. На этом будем заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами Мария. Bye-bye.